Спальники фирмы Big Agnes серии Lost Dog. Lost Dog — это серия синтетических спальников компании Big Agnes, которые используют специальную систему ночевки, то есть там в спине есть карман для коврика, а и в пятне, где есть коврик, утеплитель в спине отсутствует. То есть это попытка сделать спальник легче и при этом не потерять в теплоэффективности. То есть это нечто среднее между классическим спальником и спальником-одеялом квилтом. Поскольку утеплитель в спине все равно сминается, то компания решила таким образом сэкономить немножко веса, не ставить утеплитель в спину, а при этом сделать карман, чтобы как бы вы ни поворачивались, коврик не смещался относительно вас. То есть внутри спальника можно поворачиваться, со спины всегда будет тепло. В качестве утеплителя в спальнике используется микроволоконный утеплитель Fireline Eco, который сделан из переработанных материалов. Спальники выпускаются в двух температурных режимах и в трех растопках. Regular, Long и Wide Long. У меня в руках вариант Long, и при температуре лимит комфорт минус 1 спальник весит 1,530 кг. В комплекте со спальником поставляется сетчатый мешок для хранения, компрессионный мешок, в который сейчас упакован спальник, и уже готовая система в спине для крепления ковра. Для моделей Regular и Long подойдут ковры от компании Big Agnes или других производителей размером до 64 на 183. Идеальный вариант, если вы используете прямоугольный ковер фирмы Big Agnes, тогда размеры идеально совпадают, и у вас получается теплая спальная система. За счет тянущихся деталей и выемок под углы ковра коврик идеально позиционируется под спиной спальника. А если вы хотите дополнительно зафиксировать посередине, здесь есть петельки, можно сюда поставить резинку или веревочку. По сути, это не требуется. Мы получаем систему, в которой можно ворочаться как угодно, и вы всегда будете оставаться относительно ковра в одинаковом положении. Как видно, ковер очень широкий, он подойдет для людей, которые любят дополнительный комфорт, и для тех, кто имеет крупное телосложение, например, как я. Сейчас залезем внутрь, посмотрим, как это работает. Спальник имеет противозакусывающую молнию, которая легко открывается и закрывается. Внутри есть сетчатый потайной карман, и у спальника утепление заходит за бок, то есть когда мы лежим на ковре, сбоку нам тоже не поддевает, и здесь нас утепляет синтетика. Теперь, как бы мы ни повернулись, в спальнике будет комфортно, нигде не будет задувать, мы не будем сползать с ковра. Если спальники состегнуть в систему из двух спальников, получится общая спальная площадка, с которой вы не соскальзываете, и общая теплая система. Внутри оригинальная конструкция утепляющей планки, которая срощена с теплым воротником. У вас получается объем, который перед грудью образует такую емкость, где удобно сложить руки на груди, если вы так спите. Внутри приятный на ощупь полиэстер, ощущается практически как хлопок. Таким образом, спальник Lost Dog – это отличное решение для пеших и горных походов, для длительных сплавов или велоэкспедиций, а также подойдет для тех, кто хочет сэкономить немножко объема и массы, убирая свой кемпинговый комплект в машину.